О, всем привет! Сегодня пятница, вечер, и мы решили взять до пиццы покушать. Потому что здесь мы уже отъели несколько кусочков, уж больно вкусное. Но под этой пиццей сводит с ума наш песик. Он уже украшает все, да, нежные кусочки. Ты, малыш, будешь? Будешь пиццу? Где я теперь? Вот, скажи, она пицца. Так, куда свой нос полез? Куда? Куда ты облизываешься? Посмотри, что у нас есть. Сырный соус. Смотри, самбулик. Соус сырный, да. Все, его прям уже потрясывает. Самбулик. Ну ты что? А? Давай дам тебе кусочек. Пицца у нас гавайская с ананасами. Кстати, Додо пицца самая вкусная пицца, да? Которую пока мы где-то встречали. Если кто знает, еще какие вкусные пиццы есть, пишите в комментариях. Самбулик. Вот ананасик кушает, малыш. Вот, съел кусочек ананаса, молодец. Умница просто. Ну, я думаю, целую пиццу ему давать не стоит. Еще маленький кусочек мы ему дадим. Так, мне кажется, он готов съесть всю, да, то есть пары будет есть, пока надо у него. Желудок не выдержит. Только внимательно за ним смотри, да. А то сейчас это... Самбулик, ну все, давай, хорошего понемножку. Ты сейчас посмотришь, и вот этот кусок... А то у тебя опять яблочко тебя начнется. Все, скажи стопульте подписчикам пока. Скажи пока. Скажи пока, пока, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем хороших выходных.